утра. Морда пухшая. Мне вчера сказали, что снимать нужно вот так. Вот нельзя мне подбородок снимать. Нужно вот, вот так теперь будем снимать. Вот, вот, вот я какой красивый. Почему-то придется ехать на работу. Ага. Выехал, смотрю, бензина нет. Нужно заправиться. Заправляется. Сейчас 25,9. Классно. И утро какое хорошее. Боже. А какая пальма. Хорошая. Говорю, я не снимаю ничего. Снимаю. Будешь кушать, я тебе уже отдал. Оу, щет. Оу, щет. Оу, щет. Что? Точно? Что? Вот такой вот хостел. Что, моя зайка? Что, мое солнышко? Что? Что, мой котенок там спит? Да? Давай я тебе закрою дверку, ты будешь спать. Спокойной ночи. Привет, собачка. Привет. Да? Собака. Да, немножко. Все, бежим. Видите? Можно нам камеру? Нет, камеру нельзя. Why? Because. Because. Because why? Because why? Why? Because. Ends with why. That's why. Да, потому что почему? Кончается на у. Да, понял я. И снизу. И против солнца. Вообще не получилось. Солнце. Аккуратно нести. Все равно она дергается. Так, потому что ты дергаешься. А О, он сразу молодец. Вон там какой-то динозавр. Ой, интересно, что это? Не знаю. 4 бакса? Тихо, 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 молчим. Сейчас запись идет. Что молчим? Сейчас ругаться будем. Надо ругаться. А они это... Что? Так получилось, короче. Тоже мне Штирлиц. Когда они скроются, мы просто пойдем. Как будто они нас пропустили. Привет, детки. Мы идем домой. Вы же идете домой? Yes. Хорошо, котенки. Хорошо, да. Пока. Хитрожопые дети решили за нами опять бегать. Ну, ну. Опять ты себя не снимешь. Да, извините, опять я себя сверху. Подальше, подальше, да. Подальше. Хитрожопые дети. Делают вид, что идут домой. Окей. Нос. Интересно, может там детки сзади. Может их видно? Дяденька. Гараж. Тетенька. Заходит. Гараж вообще. Да вообще селс. О, вон. Сзади. Лошары. Опять побежали. Пошли. А что там, можно выйти? Ну как мы на море идем? Не, мы по... Нет, наша легенда такая. Мы идем за ними, они просто нас как-то пропускают. Они не в курсе как. Детки, короче, молодцы. Это я уже обиделся, думал, вы за нами не следите. Вон они там идут, зайки. Привет! Сейчас они не захотят за нами следить. Конечно. Поэтому, Саша, темное дело, чтобы его не было видно. Да. Сейчас вот самое время. В темном прятаться. Как поссорились? Что случилось? Поссорились. Не, они просто решали куда идти и решили сюда пойти. Привет, я думал вы домой. А, домой идете? Что такое случилось? Уже поссорились?
Зайка. Вы поссорились, котеночек? Нет. Нет? Нет. Да? Ну, короче. С а? С нами, окей. Давай, зайки. Ну хорошо. А где вы гуляли? Мы вообще там просто пошли туда-обратно. Туда-обратно пошли? Туда-обратно, сюда пошли. Вы, наверное, навстречу нам, что ли, шли, что ли? Мы его все время встречаем. Понятно. Что ты думаешь? Я думаю, что нас будет преследовать за нами. А, скорее всего, да. Вы же за нами преследовали. Угу. Вот. Так что она сделала вид, что пошла домой, теперь бежит. Вот. Думаешь? Угу. Давай попробуем тогда так еще раз. Очередная засада. Саша на нашей стороне. Счет, Настя. Сдал. Ага. Не, он не сдавал. Он держался до последнего, но мы его пытали. И ему пришлось раскрыться. Черт, это не Настя. Окей. Ручкой помахали? Хи-хи-хи-хи. Ага. Я просто очень... Я думаю, что у мамы... Можно спросить у людей, не пробегала ли здесь зеленая девочка? Она может нас слышать. Это не ты. Ой, господи, солнце-то какое. Незаметно так. Не, нет, не то. Она бы не стала так близко прятаться. Она будет в елках там спряталась бы там подальше. Где? Я не зумю, это не зумит. Вон там идут родители. Давай, обходим.